заказа Bosch. Bosch – техника, которая говорит сама за себя. Вот и лето прошло. Конечно, эта песня в исполнении Софии Ротару, мне кажется, облетела уже все социальные сети и, конечно же, бесконечный интернет. Ну, вот так вот лето действительно у нас прошло и закончилось, уважаемые друзья. Но не стоит горевать. Наступает осень. Осень, которая богата своими плюсами, богата сбором урожая, замечательным праздником вина, нашим замечательным днем города. Ну и, конечно же, школьники, которые в этом году посменно будут ходить в учебные заведения. Так вот решили... решили решение принять, чтобы дети ходили посменно, то есть кто-то дистанционно, через неделю потом вторая группа. В общем, этого нам, взрослым, конечно, тяжело понять. Главное, чтобы дети наши были здоровыми. Ну и помимо этого, конечно, есть еще один целый пласт творческих людей, которые также входят в этот сезон с определенными надеждами. Сегодня будут готовить нам, помогать в кухне программы «Азбука вкуса», осенний сезон 2020, представители Live Beat Orchestra, замечательного коллектива, который и в этом году настроен все-таки на работу. Вот это Владимир Садовик, не садовник, Садовик, я подчеркиваю, да. И Сергей Бондарь, который известен как диджей Бонд уже, наверное, лет как 12. Да. Просто, да? Вот, господа, спасибо большое, во-первых, поставить. Что вы, да, согласились. Во-первых, такой на сегодня мужской тройничок. Без намека. Да-да-да. Поговорим сейчас о творчестве. Я быстренько пробегусь по тому, что вы сейчас видите, да? Потому что у нас есть рыба, это мерлуза. Непривычно, это медуза. Нет, это мерлуза. Вот, это европейский хек. То есть, если так вот переводить, то есть, если вы ели хек, то вот это как бы европейский его... Итальянский. Европейский его брат, да, итальянский хек. Вот, у нас здесь есть великолепный набор, как их называют еще, итальянских трав. Отличается два только, да, вы видите, вот две емкости. Это у нас куркума и это у нас перец чили. Здесь же у нас орегано, здесь у нас базилик, здесь у нас смесь укропа и петрушки, чесночок. Это все нужно, это все смешается в сметане. Я попрошу это вас сделать. Сверху у нас еще будет посыпано это все мелко нарубленным болгарским перцем. Все это приправлено лимончиком. В данном случае листья салата и вот эти вот хлебцы, очень полезные, они у нас пойдут на украшение. Это вот что говорить, если вот о блюде. Давайте мы сразу начнем что-то делать. Я предлагаю сейчас тогда, Сергей просто очень любит перец, взять перец, очищая его. Сейчас тебе дам тарелочку для, так сказать, остатков. Я попрошу тебя, если можно, нарезать пока полосками. Ну, ты же знаешь, ты служил. Вот. Нарезать полосками, выбирай ножи, которые тебе нравятся. Вот. А Владимира тогда, и он все-таки послаще у нас, да? Владимир тогда у нас будет сейчас... со сметаной, пока сметанку отодвинь, будет у нас мелко-мелко нарезать чесночок. И, в принципе, можешь бросать его сразу же в эту смесь сметаны. Ребятки, я, во-первых, очень рад, что вы наконец-таки в кухне, потому что здесь мы с вами точно не встречались еще, вот согласитесь. То есть где мы только с вами не встречались? И на сценах, и под сценой, и за сценой, и на каких-то совершенно необычных мероприятиях, потому что у нас с вами их очень много было и совместных в том числе. Вот сейчас, как прошло все-таки ваше лето? Есть ли какие-то сожаления, новые надежды, перспективы? Что осталось в воспоминании об этом лете? Только напоминаю, нас смотрят еще и дети, да? То есть попробуйте сказать это все хорошими словами. Если коротко говорить, то лето прошло. Будто и не бывало. Лето прошло. Ну, так, с временными вылазками. Угу. Вот. Выспались. Вот. Ну, вообще, были какие-то мероприятия там частного характера. Очень частного, очень какого-то такого... Закрытого типа, да, потому что... Ну, по понятным причинам. И по непонятным тоже. Как-то непривычно, но, как говорится, все это... Не просто так. Из жизни все это есть. Люди продолжают праздновать. Вот, некоторые очень... Хорошо начинают праздновать. Нескромно. Да. Вот, даже в эти... Тяжелые дни, да. Вот. Но
как говорится. Хорошо, ну какой-то, имею в виду, там, открыли ли красоты нашего местного края? Потому что я так понимаю, что не удалось большинству наших жителей и граждан нашей страны все-таки съездить на моря. Кто-то, конечно, умудрился и успел, потому что, насколько я знаю, допустим, Турция не требует справок на ковид и так далее. Вот, Греция тоже. Да, вот были ли вы все-таки в каких-то дивных местах, открыли вы что-то вот наше родное, может, куда-то все-таки успели отправиться, позагорать, скажем, где-то за пределами, будьте добры, еще один перчик нарежьте. А с чесночком все, Владимир, с чесночком все. Хватит, да? Да. Я прям ушел вкус. Вот, и теперь начинайте вот эти вот все специи туда, не стесняясь, добавлять. И прям давайте, все? Да, только сметану надо будет перелить в эту миску, чтобы мы могли это все смешать в большом объеме. А вот. Мы до этого, в принципе, ездили по Молдове. Нет, то, что ездили, да, а я имею в виду, открыли ли что-то для себя, прям какие-то красоты, что-то новенькое, интересненькое. Красоты частных секторов. Я не думал, что так бывает. То есть ты имеешь в виду, что открыл город? Ты не знал, что у нас в городе есть еще какие-то красоты? Я просто думал, что вот там где-то там в конце Чекан или там где-то в какой-то в трущобах Рыжкановки как-то все намного скромнее. Там, конечно, оказывается, нет. Хорошо, как... Не знали наши папы. Сейчас все-таки, вот, если говорить о вашем тандеме... С Вовой? С Вовой и с лайфбитом вообще, Сережа. Как ты, насколько ты быстро сразу и охотно согласился на данное предложение? Вот, учитывая, что все-таки это, ну, это целый оркестр. Сколько, Владимир, у вас в составе? Надо в этом году 13 человек. Ну вот. С Сережей или без? Сережа. Мы, конечно, хотели в этом году увеличить. Я 9-й. Состав. Ага. Нет, 11-й. Подожди, по счету. Хотели увеличить состав, но не получилось. И остались в этом же количестве. Но Сережа относительно недолго с нами. То есть он пришел в этом сезоне к нам. Надеюсь на... Ну все готово. Да. Надеюсь на... Много работы, веселье и так далее. Угу. Но получилось. Пока остается просто... только веселье, да? Да, в Вайбере. Угу. Ну и на Рыжкановке в частных домах, да. Хорошо, когда все-таки пришла вот эта вот идея, ну, скажем так, отвечать требованиям там 21 века и к живому коллективу, который сам по себе, ну, как бы такая... Самодостаточный? Организм, который нужно прокормить, да, взять все-таки еще диджея. То есть это было сразу же такая как фишечка, понимая, что это востребовано, потому что все равно к диджею обращаются. Идея пришла очень, ну, не очень давно, года 2-3 назад. Угу. На тот момент мы не знали, как это попутить в реальность, как можно миксовать, угу. Чтобы диджей миксовал в лайф и бенд. То есть как-то здесь человек, я должен слушать диджея, непонятно, как это будет происходить. Такой диджей-дирижер. Да, да, да. Мы работали, конечно, до этого работали с другим диджеем, нашим другом, товарищем Алексеем Залуцким, он же диджей Лимон. То есть он, кстати, тоже был в этой передаче. Сегодня то был? Есть, смотрите, и выжил, да? Я шучу, да. Мы долго над этим работали, как это все воплотить в реальность, довести это технически до ума. Угу. И потом Лешек просто немножко устал. Семья, дети, хочется больше уделять внимание, нас надо репетировать, ходить и т.д. и т.п. Да. Кушать надо? Сейчас нет. Я хочу Сергею вручить пол лимона. Не сильно, но насколько возможно все-таки выжать туда чуть-чуть в эту смесь. Да, я выжму. Выгружу сильно, да? А? Подожди. Да, я выжму, я скажу, завтра. Вова в данном случае, да. Вот, ну, старайся на самом деле нам... Не сильно. Ну как, да, то есть нам нужен лимонный сок, друзья. Вообще, если вот пока ребята выжимают из себя все последние соки, да, вот, я сразу хочу сказать по поводу вот этих всех специй, никогда не пренебрегайте, потому что если вы готовите и хочется блюдо сделать не только вкусным, но еще и полезным, подобные травы действительно очень и очень плодотворно сыграют на вашем здоровье. Знаете ли вы, в чем, допустим, польза того же самого орегано или укропа, или, допустим, базилика? То есть базилик вообще изначально в сухом или свежем виде, господа мужчины, простите, что это говорю, так сказать, при всех, но это, так сказать, повышает наш потенциал, понимаете, да, о чем я говорю? То есть плюс в нем еще витамины А, витамины серии С, витамины Б, которые еще занимаются регенерацией. А укроп, который, он больше, так сказать, мочегонный такой, знаешь, то есть вот он тоже жижевыводящий такой, как бы тоже для нашего здоровья. А орегано, вот я просто вижу, Сережа, сейчас эти вещи смотрит. Все рассказываешь? Да, я специально рассказываю. Учил? А орегано, который, да, я специально готовлюсь, я учу. А орегано, который тоже сюда входит в нашу смесь, друзья, это самый настоящий антибиотик природного происхождения. То есть вместо того, чтобы глотать всевозможные таблетки, да, вот как раз, вот он как раз противовирусный. То есть вы понимаете, что во всей этой смеси, которую мы сейчас зальем эту рыбку, заливайте, Владимир,
Мы должны будем сейчас быстренько ее так промассировать. Заливай, заливай. Заливай, заливай. Не вот. Устно. И куркума, которая, я думаю, вы тоже знаете, да, ее полезные свойства. То есть это тоже очень хороший детокс, антисептик, потому что куркуму очень часто едят в Индии, а в Индии вы сами знаете, как все не очень, скажем, чисто, да? Ну, там трэш. Вот. Там полный трэш, да. Но там рай для коронавируса. Да, ну и вообще. Но они там выживают за счет, кстати, вот таких вот специй. Почему Индия считается как бы там королевой, да, страна королевы специй? Потому что вот это все, и они просто вынуждены это все делать. Давайте так, я сейчас приглашаю Сергея тогда с этой стороны. Так. Да, Сергей, возьми, пожалуйста, перец, нарезанный тобою. Теперь все очень просто. С левой стороны есть ручка у этого гаджета, да, вот там с левой стороны выбираешься скорость. И сюда по перчику просто толкай. И сейчас этот великолепный агрегат, который в нашей кухне всегда является незаменимым помощником, быстренько нам этот красивый болгарский перец, полный витамина С, как видите, радости и счастья, превратит в такой очень правильный квадратированный ингредиент для нашего блюда. Да? Вы запускайте, а мы в это время посмотрим короткое видео с выступлением Live Beat Orchestra здесь, в эфире канала РТР Молдова, на канале РТР Молдова в программе «Азбука вкуса». Поехали! Показа Bosch.
Возвращаемся, уважаемые наши телезрители, на канал РТР Молдова, программа «Азбука вкуса». Сегодня вот так вот сразу трое мужчин открывают наш осенний сезон выпуском кулинарной программы. Вот нам сегодня довелось уже поговорить на тему работы в сфере, скажем, развлекательной индустрии. Конечно, тем, у кого очень большой коллектив, достаточно сложно. В данном случае 13 человек насчитывает Live Beat Orchestra. Вова Садовик, его руководитель и вдохновитель, и представитель. Диджей Бон, так сказать, новая ячейка, которая недавно примкнула к этому большому коллективу. Да-да-да. И я так понимаю, что сейчас приходится не так часто работать с Live Beat, сколько самому, да, пока по отдельности? Конечно, конечно. Да. И готовим мы сегодня на троих мужчин, но готовим на самом деле действительно на большое количество людей. Мне кажется, что здесь можно кормить человек 7 или 8. Такую неприхотливую рыбу, это европейский хек или мерлуза. Сюда мы уже намешали, в общем, сметанный соус со всевозможными пряными травами итальянскими: орегано, базилик, сушеный укроп, петрушка, чили и даже куркума. Сюда добавили чесночок. Теперь вот то, что Сергей, так сказать, накрутил нам вот в этой стороне, в этой части нашей кухни. Я попрошу взять, наверное, ложечку и вот как-то так аккуратно засыпь это все. И по возможности, не знаю, может, чуть-чуть перемешай тогда. Да, да, сыпет. Это болгарский перец, мелко нарубленный. Честно скажу, он придаст определенную сладость и в себя впитает еще часть вот этой вот жирности, которой и так мало. То есть вот если вы хотите некалорийную, вкусную и полезную до краев, просто там сумасшедшее количество витаминов и полезных свойств, то все-таки мы рекомендуем выбирать вам рыбу из семейства мерлузовой. В данном случае это европейский хек. Вот выбирайте хека. Мало того, он еще и не содержит большого количества костей. Вот Вова меня спросил, почему мы не отрубили плавники, потому что, по сути, как бы они нам мешать не будут. Там костей не так много, мелких тоже не так много. То есть удастся, я думаю, как раз отведет рыбки, что называется, вдоволь. Скажи мне, Сережа, я тебя видел очень часто, так сказать, за пультами различного рода, да, и за техникой. Так. В кухне все-таки кто у тебя главный? В кухне главный в этом плане у нас мужчина в доме — Наташа. Мужчина в доме — Наташа, я понял. У Вовы сейчас дела, наверное, обстоят чуточку иначе, потому что, во-первых, ты человек, который за несколько месяцев успел довести себя до более-менее оптимального, идеального веса. Сколько ты скинул? 35 килограмм. 35 килограммов, друзья, скинул Владимир. Мы сейчас не будем показывать старые видео, да? Вот, у вас просто не сможет телевизор выдержать такого веса. Вот, но, тем не менее, это была определенная диета. Что сейчас входит в твой рацион? Рыба. То есть я попал? Разная. Ну, почти, чуть другая. Какая? Ну, у нас в основном форель сейчас. Из недорогих. Речная. Речная, да. Что там еще? Креветки. Нет, креветки мы раньше кушали. Это раньше еще. Это было в 90-х еще. Да, да, да. Это 99-й год сейчас, Владимир, рассказывай, да. Нет, эти стейки, семги, то есть там жир, чтобы они более жирные. Карпати. Караси. Нет. Очищенную карпу, как она называется. А, очищенный карп. Все, хорошо, прекрасно. Я тогда сейчас... Филе. Вот. Филе карпа. Давайте так. Я беру сотворенное нами, вот этими шестью руками и замечательными светлыми головами блюдо. Безумно полезно, сразу вам говорю. Давайте так. Владимир открывает нам духовой шкаф. Босс. Вот. Я тогда запускаю. Смотрите, как хорошо разогрелось. А знаете почему? Потому что температуру надо выставлять от 230 до 250 градусов Цельсия. И теперь Сергей, я думаю, справится с этим электронным гаджетом. Только идите ко мне поближе, чтобы нас телезрители тоже видели. Вот так вот, да. И выставляйте на 30 минут. Крутите. Это вам привычно. Во-во-во-во-во. Да, только до 30 минут. Есть? Смотри, это как называется у диджея вот это вот? Шаттл. Друзья, итак, наше блюдо уже в духовке. Теперь мы, конечно, это время подождем вместе с вами. Вот, вместе с вами, я думаю, что это время пролетит очень быстро. Почему? Потому что снова на ваших экранах появляется Live Beat Orchestra. Кстати, у нас есть одно секретное видео, которое мы засняли, когда они были в гостях у моих коллег, у Таис и Дмитрия Спивакова. Внимание на экран. Yeah, you got a chance to
You show me the signs, wanna fly to that light, but then your lips tell me that it's all in my mind. I know I've been fighting feelings that inside me. I look in your eyes and they tell me so much, but if you shut yourself, you get your brain and shoot you. Ну что, уважаемые наши телезрители, Live Beat Orchestra уже, так сказать, в обновленном составе вместе с диджеем Бондом, который уже, так сказать, отвечает всем современным требованиям 21 века. За кадром мы тут поговорили о продвижении в соцсетях, о продвижении, конечно же, личных страничек и Владимира, и Сергея, ну и вообще как бы всего коллектива. Личный поэтому фотограф. Сейчас... Да-да-да-да. Сейчас вот как раз под нашими участниками нашего выпуска как раз появляются ссылочки. Посмотрите, это как раз ссылочки в Instagram. Вот подо мной тоже, собственно, азбука вкуса.ртр. Любые ваши комментарии, рекомендации мы всегда открыто принимаем. Надо все-таки понимать, что 21 век заставляет нас играть по другим правилам, да, и когда-то мобильные телефоны были шоком для наших родителей. Вот мы же теперь в шоке от того, что наши дети разбираются в них гораздо быстрее и лучше, чем мы с вами сами. Вот, ну, поскольку у нас остается буквально, вот, я не знаю, чуть меньше одной минуты, и наше блюдо будет готово, об этом нам сообщит непосредственно техника Bosch. Какие школьные у вас воспоминания? Вы помните свой первый класс? Как это было? Кто-то из вас, может быть, сразу выступал или читал стихотворение? Давай, Вова, с тебя начнем. Я помню, что у меня был серый пиджак с черной бабочкой. Вот это, и помню, я сел за последней партой. Вот это у меня такое, не знаю, почему он так вообще, а со школы что вынес вообще? Вот что самое такое вот яркое? Столовая? Нельзя говорить просто на телевидении. А, хорошо, хорошо. У вас тогда как обстоят дела со школой? Первый класс помнишь? Ой, первый класс помню, помню первую учительницу. Ты знаешь, чудно время провели. Да? Ну, то есть у тебя не было там, ты этих вот девочек с колокольчиком таскал? Не, ну это у всех, ну конечно же, конечно. Мы там были все записаны там в черный список там, да. Конечно. Но главное, знаете, друзья, что сейчас вот школа, опять же, видите, вот мы заговорили про интернет, школа сейчас тоже проходит по интернету, вплоть до того, что даже родители заставляют сейчас... Тебе больше звонит. Что даже родители сейчас заставляют помогать учителям и учить детей в домашних условиях. Итак, господа, наш европейский хек готов. Посмотрите, приготовлены с любовью. Вот, щедро. Владимир, закрывайте духовочку. Посмотрите, какое это действительно чудо. Он не должен у нас запечься, скажем, до какого-то совсем, скажем, там, сухого состояния. Этот его соус сейчас просто, как сказали бы где-нибудь во Франции, формидабл. Вы знаете, да, что листья салата тоже безумно полезны, но они у нас не режутся, они у нас рвутся. Вот ради украшения я попросил Сергея, раз он сегодня у нас ответственный за перец. Сергей, ты сегодня тот самый крутой перец. Давай, ты тогда нет, красиво для украшения нарежь перец кольцами, а Вова потом нарвет нам... А Вова потом нам нарвет. Вот это все. Он магиет, да? Да. Сейчас мы хотя бы... А дай куда емкость для листьев. А мы сейчас красиво одну тарелочку хотя бы оформим для наших телезрителей. Вот, все, хорошо.
Так, и сейчас отсюда... Веночка. Это не выжимается. Да-да-да. Отсюда достану нашу чудесную рыбку, которая, посмотрите, она здорово пропеклась. И я напоминаю, что хек у нас обладает массой полезных свойств. И вот этот вот болгарский перец, который сейчас в руках у Сергея, он как раз придает и сладости, и впитывает в себя еще лишние жиры. То есть вот это есть такие лайфхаки, как, допустим, вы там пересолили, переперчили, можно использовать баклажан. Привычка домашняя, да? Так, смотрите, давайте сделаем в стиле фьюжн, да? Вот, сейчас. Это же самое главное, друзья, это всегда подача. Я напоминаю, что мы сюда включили в наш сегодняшний рецепт. Значит, здесь у нас сметана изначально в основе. В сметану мы добавили соли. Кстати, мы соли, по-моему, вот сейчас можем и добавить. Да, мы единственное, что забыли, я сказал соли и понял, что у нас соли, по-моему, мы как раз минимум добавили. Но ничего страшного, у нас... Соли – это итальянская песня. Да. У нас огромное количество специй, которые нам дополнили. То есть мы сейчас можем, в принципе, это все посолить. Оно как раз питается, и все будет нормально. Так вот, сметана, соль, перец чили или черный перец на ваш вкус. Мы туда добавили сушеное орегано, базилик. Мы туда добавили сушеный укроп и петрушку. Добавили куркуму. Вот. И чесночок вот этот чувачок мелко нам нарезал. И теперь, посмотрите, вот это вот блюдо, оно начинает обретать совершенно другие краски. Давай так, я выложил рыбу, ты выкладывай кольца, как тебе кажется, вот красиво. Не все, да, вот сколько тебе хочется. Ну, думаю, три кусочка, три филе. Три филе. Прекрасно. И я бы еще добавил какой-то, знаешь, вот... Соус, вот этот вот такой. И не так, вот и так не так. Да? Или тут точечкой, знаешь, как будто тут улитка прошла. Да, но по поводу соуса, видишь, как бы мы в данном случае весь уже его использовали для готовки. Давай тогда, Вова, вот как тебе хочется, с какой стороны привнести зелень. Сейчас, подожди. Давай, так. Вот так вот Вова хочет нести зелень. Скажи, пожалуйста, ну дома ты успеваешь готовить? Ну, что, как бы, нет, ты, дома зелень не у Вовы, нет. Нет, я не про зелень дома, я говорю просто про то, что как бы у обычного музыкантов и у творческих людей, ну, дома это лишь бы выспаться. Знаешь, сейчас во время пандемии я вот взялся за заготовку, так как жена была в положении, была беременна. И ответственность легла на меня, потому что там то запахи, то не знаю что. И вот начал. Пробую. Давай так, рыбку, ребята, шмыпку. Вот рыбку, шмыпку, что сейчас в рационе? Потому что поменялось, как я сказал, время, да, у нас сейчас время действительно перемен. И вот сюда еще посмотрите, как красиво ложится хлебец. И вот блюдо, приготовленное тремя мужчинами, полезное, максимально вообще полезное, потому что все свойства и этих специй, которые вы сегодня использовали, и вот этих вот ингредиентов благоприятно вообще скажутся на вашем организме. Что сейчас в вашем рационе? Вот что вы реально едите? Я знаю, что как бы, ну, когда-то можно было позволить себе все. Что сейчас ест Вова, что сейчас ест рыбу. Сережа? Кулинарная программа. Рыбу. У тебя телятину. Топ. Все? Ленивая лазанья, знаешь? Ленивая лазанья – это что? Это... Хлеб с мясом? В лоток высыпается этот слой пельменей, слой сыра, слой пельменей и сверху майонез. Да, но ты, между прочим, никогда не поправлялся, в отличие от нас. А я и не ем столько. Просто Сергей столько не ест. А знаете почему? Потому что работает с нами. Вот, собственно говоря, и весь секрет. Но, тем не менее, да. Друзья, это мы, конечно, все разложим, все это красиво расскажем и все это вам покажем. Подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграме звуковкуса.ртр. Заходите на наш сайт rtr.md. Там, помимо всех аналитических программ, свежих новостей, курсов валют, в общем, самая необходимая информация, есть, конечно, ссылочки и на новые утро на РТР и, конечно, на нашу кулинарную программу. Ну, а если вы уже пользователь Ютуба, то там, если вы впишете в поисковике РТР Молдова Азбука Вкуса, то вам выдадут весь перечень просто всех наших невероятно вкусных и полезных и, самое главное, интересных программ. Ну, а мы открываем осенний сезон. Я желаю, чтобы все началось со знаком плюс. Желаю вам здоровья. Сегодня это аппетитное блюдо будет принадлежать именно вам, уважаемые наши телезрители. Попробуйте сделать его дома. На все про все у вас уйдет час, наверное, максимум, и то с перерывом на полчаса, пока блюдо будет томиться в духовке. Всем приятного аппетита, не болейте, вам успехов, вам здоровья и много денег. Пока! Спонсор показа Bosch. Bosch – техника, которая говорит сама за себя. We'll be right back.
Mm-hmm.